Ребята, привет всем! Сегодня будет очень интересное видео, будет торговля, будет практика. Покажу вам, как я даю сигналы, покажу все сложности, покажу весь процесс. Так что обязательно досмотрите это видео до конца. Итак, мы собираемся. Я публикую пост о начале торговли, погнали грабить Олимп. После этого перехожу в терминал, ищу сигнал, подготавливаю валютные пары и смотрите, выбираю евро-доллар и здесь что у нас? Шикарный уровень сопротивления. Я написал готовность 5-10 минут, но сразу же нашел сигнал. Так получилось. Так что, ребята, будьте всегда готовы. Смотрите, цена на пике. Я копирую валютную пару. Подготавливаю пост. Евро-доллар вниз 3 минуты от пика. Захожу в терминал, проверяю. Все, цена не на пике. Видите? Мне нужно дождаться пика. Вот, цена на пике. Копирую запись. Отправляю сигнал в ВК, отправляю сигнал в телегу, потому что многие торгуют только с телеги. И только после этого я захожу и сам заключаю сделку. Смотрите, заключил на 3 минуты, потому что минутки могло бы не хватить. Так, обрезаю, здесь у нас пушка. С помощью программы LightShot я делаю скрин, показываю свою точку входа. Копирую скрин, захожу в ВК, редактирую запись, вставляю, пишу пушка, сохраняю. Затем я захожу в телегу и также отправляю фото. После этого я объясняю сигнал. Опять же, с помощью программы LightShot делаю скрин. Ну, здесь у нас шикарный уровень сопротивления, здесь все очень просто. Копирую, делаю пост, здесь у нас шикарный уровень сопротивления, 3 раза цена коснулась уровня и уверенно пошла вниз. Всех поздравляю с пушкой и публикую пост. Давайте посмотрим результаты, как зашли ребята. Ну, здесь, да... Очень простой сигнал, вы все видите сами. У всех, конечно же, пушка. Вот, все зашли от уровня. От пика, вернее. Люди оставляют скрины. Люди делятся результатами. Вон кто-то вообще не успел, но все равно у него пушка. Итак, все понятно. Ищу следующий сигнал. Смотрите, здесь у нас плохой сигнал. Здесь у нас пробой, да, заходить на повышение опасно. А вот здесь у нас шикарная ситуация. Смотрите, что у нас здесь? Здесь у нас чаша. Видите, какой шикарный полукруг. И цена подходит к уровню сопротивления. Здесь, опять же, нужно дождаться идеальной точки. Когда у нас чаша вот. Заканчивается этот полукруг, заканчивается, цена подходит к уровню сопротивления, потом формируется ручка, идет отскок от уровня сопротивления. Вот я курсором показываю этот уровень. Здесь главное не спешить, видите? Такой обманный маневр, да? Вроде бы цена уже разворачивается, да? Вот, смотрите. Но это всего лишь маленькая коррекция. Цена медленно, но уверенно идет к уровню сопротивления. На минутку, видите, здесь заходить бессмысленно. Так, я копирую название пары. Подготавливаю, пока подготавливаю только пост. Ребята, очень многие сигналы срываются. Пишу вниз 2 минуты. Вот есть крутые сигналы. Я захожу, все. Сигнал уходит далеко вниз. Все, я не успел, да?
Вот, идет эта маленькая коррекция, да? Здесь нужно быть осторожным. Мне нужно дождаться пика. Специально ничего не обрезаю, ожидаю, ребята. Сигналы видите за 31.01. Торгую с аккаунта своей девушки. Вот, вот наш пик. Видите, да, три раза цена коснулась этого уровня. Вот. Хорошая точка. Я публикую сигнал в ВК, публикую сигнал в телегу. После этого захожу в Олимп. Видите, пропустил. Нету пика. Уже просадка. Я ожидаю, ребята. Ожидаю, не спешим. Смотрите. Как правильно торговать по сигналам? Вот. Хорошая точка. Цена на пике. И только после этого я заключаю сделку. Так, ускоряю видео. И все шикарно. Здесь у нас пушка. Также делаю скрин. Так. Сделка закрывается в плюс. Прикрепляю скриншот. Сигналы, кстати, я даю с рабочей страницы. Я не даю с основной страницы. С основной страницы я снимаю видео, для тех, кто не знал. Так, смотрим результаты. Видите, все ребята зашли шикарно, все зашли от пика. Видите, все дождались пика. Вот, видите, да? Ну, понятное дело, у всех пушка. Так, опять делаю скриншот, объясняю ситуацию. Здесь у нас шикарный уровень. Короче, заканчиваем. Норму сделали, два сигнала. Публикую пост об окончании торговли. Перехожу в телегу. Также предупреждаю ребят, что на сегодня закончили. Завтра стартуем в 17.00 по Москве. Каждый день мы стартуем в 17.00 по Москве. Ну что, смотрим результаты. Спасибо за торговлю. Спасибо. Плюс 1900, плюс 100. Ну, ребята, смотря у кого какой депозит. Вот так вот все происходит. Я еще буду снимать такие видео. Вы меня просите, чтобы я снимал такие видео. Буду разбирать именно сложные ситуации. Вот когда я хочу дать сигнал, а сигналы срываются, чтобы вы увидели, как все происходит. Отличный сигнал, спасибо за все. Плюс 1500, спасибо, удачи в завтрашних сигналах. Вот, люди делятся результатами. Плюс 2%, плюс 1290. Напоминаю, у 80% аудитории депозит до 10 тысяч рублей. Плюс 2000, спасибо, Тарас. Многие, вот видите, с телефона торгуют. Так, ребята, давайте теперь я вам покажу статистику. Давайте вот, к примеру, начнем с 4 февраля. 4 февраля был не очень удачный день. Так, смотрим, первый сигнал. Ребята, у нас пробой, видите? Все, у всех минус, видите? Идем дальше. Так, следующий сигнал. Следующий сигнал. Очень опасный плюс, да, но ребята, которые зашли вот здесь вот выше, вот здесь, например, или вот здесь, у них минус. Вот такие вот ситуации. Вот, можно сказать, два минуса уже у нас, да? Показываю все как есть. Третий сигнал. Здесь все шикарно, но кто вот зашел выше, у тех опять же минус. И вот здесь опасный сигнал. Четвертый.
Два плюса у меня и один минус, да? Ну вот, у ребят плюс, у кого-то минус. Вот такая вот ситуация, вот такой вот опасный день. Но потом, вот смотрите, да, как ребята могут зайти. Не от просадки на повышение, непонятно где могут зайти. И понятное дело, что такой сигнал заходит в минус. Но потом, смотрите, пятое число. У нас пушка. Пушка, бомба, аллигатор. Идем дальше. Опять шикарная пушка. Объясняю сигнал. Шестое. Потом у нас пошли одни пушки. Пушка. Опять пушка. Смотрите, да? Идем дальше. Седьмое. Пушка. Видите, да, какой шикарный нисходящий тренд? Опять пушка. Была просто идеальная неделя. Но случаются, конечно же, неудачные дни. Восьмое. Опять 8 числа тоже пушка. Все сигналы были пушкинские. Вот, на повышение. Опять же пушка. Девятого, смотрите. Вот, вот это идеальные сигналы. Межгалактическая пушкенция. Опять пушка. Вот такая вот, ребята, ситуация. Спасибо, Тарас, плюс 500 рубасов. Напоминаю, что в этой группе каждый день я раздаю 500 рублей. Просто так раздаю 500 рублей. Вам ничего делать не нужно. Никаких репостов делать не нужно. Вот, Санек Стрелко получает, оставляет свой кошелек. И я ему перевожу деньги. Все очень просто. В открытой группе нужно делать репост. То есть каждый день я разыгрываю 1000 рублей. Также у нас в группе есть аудиозаписи, 21 закон денег, секрет миллионера, все эти книги, которые мне помогли, как заработать с нуля. Дальше есть документы, технический анализ, индикаторы, статьи по мотивации, книги по саморазвитию, книги по трейдингу. Также в этой группе, ребята, публикую курсы. Вот аудиокурс Тони Робинса, видеокурс Брайана Трейси. Эти курсы бесплатные. Я вот просто пишу стоимость, да, я их покупал. Вот видеокурс Брайана Трейси купил за 13 тысяч рублей. Вам я его даю бесплатно. То есть это не только группа по сигналам. Это группа, можно сказать, по саморазвитию. Вот кому интересно, заходите, смотрите курсы. Так. Что нужно сделать, чтобы попасть ко мне в команду? Попасть можно только через открытую группу, только через это сообщество. Достаточно написать в сообщение сообщества при ми в команду. И все. Вход возможен, ребята, только через это сообщество. У меня одна группа, одна страница в ВК, одна страница в Инстаграме. Не ведитесь на мошенников. Мошенники пишут людям, что они разгоняют счета, что есть какие-то VIP-группы. Нет у меня никаких VIP-групп. Я никогда никому не пишу первым. Я никому не разгоняю депозиты. У меня только одна группа по заработку. И вход возможен только через это сообщество, через открытую группу. Первая ссылка в описании. И вот отправляете, прими в команду. Все. Также, ребята, смотрите статистику моих сигналов. Вторая ссылка в описании. Это открытая группа в телеге. Вот здесь нет сигналов. Здесь просто статистика. Подписывайтесь на наш канал по торговле. Кто хотел вот смотреть одну торговлю, вот канал по торговле. Ребята, здесь одна торговля. Подписчики мне присылают видео, и я публикую их на этом канале. Очень много здесь полезной, интересной информации. Инстардинг торговля. Подписывайтесь. Также подписывайтесь на канал с отзывами. Здесь не только отзывы. Третья ссылка в описании. Канал с отзывами. Четвертая ссылка в описании. Здесь ребята делятся полезными советами. Как изменилась их жизнь. Короче, тоже много интересной и полезной информации. Ну и не забудьте, конечно же, подписаться на мой основной канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Обязательно, обязательно, обязательно поставьте этому видео лайк. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачной торговли, больших денег. Пока.